В составе медиахолдинга газета «Зауральский курьер», журнал «Теле7», «Типография», информационный портал «Курган.ру» и телекомпания «Регион 45». Сегодня рекламная группа занимает ведущие позиции на рынке информационных и рекламных услуг Курганской области. «Курьер» – компания полного цикла, от разработки, проведения рекламных кампаний и их размещения на телеканалах, страницах сайтов и газет. Это устойчивая компания, это компания предсказуемая, это компания, с которой действительно удобно, грамотно сотрудничать, и я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Рекламная группа «Курьер» всегда остается на высоте и всегда, собственно говоря, находит какие-то новые подходы, именно новые акценты в развитии своего бизнеса, какие-то новые моменты, которые они могут предложить своим клиентам. И все это происходит на очень высоком профессионализме. В честь своего 15-летия рекламная группа «Курьер» подарила курганцам концерт юмористического дуэта «Красная бурда». Знаменитые артисты в течение 2 часов шутили на сцене ДК «Машиностроителей». Затем в культурном центре «Академия» с юбилеем коллектив «Курьера» поздравили деловые партнеры и друзья рекламной группы. Константин Мщаков, Сергей Балмазов, Андрей Глазырин, Александр Немков, телекомпания «Регион 45».